С заботой о здоровье металлургов с 1 января 2023 года на ММК начнет действовать программа добровольного медицинского страхования «Высокие медицинские технологии» страховой компании «Сагаз». В страховку будет входить организация и оплата медицинской помощи при впервые выявленных заболеваниях, которые требуют сложного, высокотехнологичного, длительного и дорогостоящего лечения. Высокие медицинские технологии от «Сагаз» – это предложение, от которого не стоит отказываться. Для работников Магнитогорского металлургического комбината с 1 января 2023 года начинает действовать программа добровольного медицинского страхования. Она включает в себя дорогостоящее лечение, которое не покрывается стандартным полисом ОМС и корпоративным договором ДМС. В адрес по ОМК поступило обращение от нашего корпоративного партнера фирмы «Сагаз» о запуске изначально для работников по ОМК и членов их семей новой программе, так называемой ВМТ, это высокие медицинские технологии. Там большой список заболеваний, на которые это распространяется, это рисковое предложение. Если вкратце, это большая часть, конечно, онкология. Программа предусматривает оказание высокотехнологичной медицинской помощи по целому списку впервые диагностированных заболеваний. Это злокачественные новообразования, заболевания, требующие проведения кардиохирургических операций, трансплантации органов и тканей, эндопротезирование суставов. Также в списке черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника, реабилитационно-восстановительное лечение после перенесенных инфарктов миокарда, инсультов, оперативных вмешательств в части нейрохирургии и сердечно-сосудистой хирургии и многие другие. Основное условие – это впервые диагностируемое данное заболевание. Сумма страховой выплаты получается больше 1 000 000 рублей. И здесь можно лечиться в клинике в любого города России. Медицинская помощь застрахованному будет оказываться в профильных медицинских организациях не только в близлежащих регионах, но и в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга в рамках лимита в 1 200 000 рублей. Стоимость такой страховки на один календарный год составляет 4200 рублей. Половину цены компенсирует сотруднику Магнитогорский металлургический комбинат. Оставшуюся часть, а это 2100 рублей, должен оплатить сам работник. Необходимая сумма будет удержана из заработной платы, в том числе предусмотрена рассрочка на 5 месяцев. Как уже было сказано, действие программы может дополнительно распространяться и на членов семей работника, застрахованного по программе ВМТ, включая супругов, детей и родителей. Единственное условие – без компенсации работодателя. К слову сказать, та же страховая программа «Сагаза» при обращении в частном порядке для жителей города стоит более 30 тысяч рублей. С 1 ноября высаживается такой мощный десант «Сагаза», то есть Челябинского отделения. Они по составленному графику будут посещать цеха комбината, то есть они будут общаться с работниками, объяснять преимущества данной программы. Я еще раз подчеркиваю, это полностью добровольная. Данная рисковая программа, мы считаем, будет очень хорошим довеском к существующим медицинским программам, которые есть у нас для работников по ОМК. Евгения Салахутдинова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.